Гостям Благоплюс всегда рады. Глава Белорусского района здесь бывает довольно часто, и его детвора знает. А вот Вера Дюдина, заместитель губернатора Югры, в коррекционно-развивающем центре впервые. Для нее директор Екатерина Канева провела небольшую экскурсию. В центре есть все, чтобы малыши могли развиваться, учиться, отдыхать, играть, поправлять здоровье, да и просто общаться. Здесь много уникальных, интересных направлений работы с особенными детьми. Например, как вот это так называемое «совиное яйцо». Когда ребенок при диагностике особенно видно, когда только ребенок приходит, попадает в это яйцо, мы его закрываем и начинаем там проминать там, или что-то вот катать. И он себя чувствует как в утробе у мамы. Благодаря грантам губернатора и президента в центре есть спелеокамера, которая направлена на профилактику простудных заболеваний. Есть клуб логоповарята, где малыши в рамках социализации учатся готовить. Здесь настоящая кухня. Центр во всем городе славится своими кислородными коктейлями. Угостили и гостей. Гордость Логоплюс – их спортивный зал «Поверь в себя». Ребята здесь через спорт учатся говорить, занимаются в группе «Ролики мечты», весело в большой компании проводят время. Для гостей подготовили небольшой концерт, продемонстрировали свои достижения. То, что я сейчас здесь увидела, понимаете, вот просто на самом деле очень здорово, что здесь у вас есть такие люди, предприниматели, которые организовали это все на их, как я понимаю, с их инициативы, да, привлекая гранты, это тоже не просто, я прекрасно знаю, там есть определенные условия, требования, чтобы получить эти ресурсы, но то, что они это реализовывают и какая идет отдача позитивная, ну, это просто вот не передать словами. Спасибо огромное, низкий поклон всем, кто помогает, кто участвует, кто так или иначе причастен к тому, чтобы дети чувствовали себя вот просто в этой радости. Спасибо большое. Вера Дюдина отметила, что здесь наглядно видно, как грамотно вкладываются финансовые средства грантов. Главное, что это приносит колоссальную помощь и в доказательство тому успехи и счастливые лица детвары. Валентина Иванова, Петр Михалап. Время новостей. Белоярский.